Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на именно такого варлока с бастионом. Я специально поменял ремку, прокачал бастион для того, чтобы сравнить его с бэвашным, на которого обзор уже есть. Что могу сказать? Тестил его на защите на битве гильдии, только рунами у него стояла не ремка, а воодушевление. Вроде так ничего, зашел, топы посливались. Почему нету смысла ему ставить там воодушевление талантом? Потому что у него кулдаун 7 секунд. Если у вас есть Афина с воодушевлением, в принципе, тут вам хватит 5-х рун. Даже если нету, вам хватит все равно 5-х рун, потому что они зарядят как раз его в кулдаун, то есть 7 секунд он будет заряжен. Вот такая у нас сборочка будет. Стоять ангел для защиты рунами, ремочка, арт-топор, снаряжение, победный выпад чарами плюс 25% к урону, ну, созвездие, атака, крит, урон. Я пока не заморачивался над этим. Давайте посмотрим его статы. Фактически 300 тысяч там плюс-минус, 300 тысяч жизни плюс еще бастион сверху. То есть его не так просто убить, как бэвашного. Благодаря бонусу судьбы у него есть еще уклонение, крит сопротивление, крит, ну, по стандарту. Очень живучий стал по сравнению с обычным варлоком, не апнутым. По урону в районе 20 тысяч. Тоже очень круто. Ну, поехали его тестить. Сначала с рейдов начнем. Это, конечно, какой-то слабенький игрок. Ну, хотя бы посмотрим урон. 4 клетки зоны действия. То есть это тоже очень большой плюс. 467 тысяч по варгулу пришло. Немало, немало. Ну-ка, череп успеет. Ну, как видите, череп тоже не особо быстро его может убить. Если обычно он с 10-м скиллом шатал, то тут уже получше идет. На 12-м у него получается 500% от атаки, 4 цели, замедляет на 85% на 6 секунд, также дает отражалку 4 героям 52%, это немало. Так, главное найти расстановочку без стрелка. Ай, не успели. Расстановка была хорошая. Вроде нету, смотрим. 215, ну, не особо много ударил. У кого-то стоит отражалка еще. Так. К нам идет Рину. Рину не дает, не дает набрать нам энергию. Варлока вражеского слили. Один на один. Разошлись. Так, тут наверняка стрелок есть. Вот, а тут нету. Кидаем. Бам. Кого-то уже слили. Так, гаргул у нас второй эволюции.
Не попали мы по Гаргулу. Сейчас в третий заход попадем. $580 000 без крита. Ну, как-то так. Не кисло, да? С бафом там просто... просто унесет. Урона немножко меньше, но зато благодаря тому, что бастион, у него жизни плюс 60%, это немало. Так, стрелок есть. Ну, по-моему, мы на него уже нападали. Давайте еще разок. Так, смотрим. Ну, 400 с лишним тысяч. Ничего так, зашло. Хорошо зашло. Ну, как видите, здание очень быстро шатает. Под бафами. Ну, под бафами он просто их снес. Так, все слились, красавчики. Топовый видос получится. Так, смотрим дальше. Все в куче. 460 тысяч по Гаргулу пришло. Ну, круто, круто. Давайте сейчас попробуем еще словить баф хранителя. Бам. Но успеет. Ай, нажал случайно. Так, хорошо. Тут мы его потестировали. Давайте его затестим. Забытое. У меня там попытки откатаны уже. Давайте на арене попробуем. Вместо Тессы поставим. Просто посмотреть, как он замедлит. Ну, ни хрена непонятно. Ну, немножко против Рина продержался. Это уже хорошо. Не знаю, не особо видно, но, судя по всему, урон. Где-то там урон есть. Ну, давайте посмотрим повтор. Непонятно. Так, хорошо. Экспедиция у нас закончена, уже забытая. Давайте возьмем попыточку. Так, обновим еще раз. Ясень. Поставим варлока. И поставим дерево. Дерево, конечно, без ремки, ладно, пофиг. Нам главное посмотреть хотя бы урон. Ну, как видите, минуснул частично их. Остался дед. Вот деду пошла отражалка. Ну, фактически варлок сам затащил. Круто, круто он смотрится. Так, забытое есть. Давайте посмотрим. Королевская. Королевская у меня тоже ходов не осталось. Королевскую просто зайдем, заберем сундучок. Так, ну.
Давайте затестим его на пришествии. Что делать уже? Ну, вот так вот он сливается об любую отражалку. Так, ладненько. Это все хорошо. В принципе, тут об этом герое рассказывать что-то вам. Вы и так уже видели видосы. Решил просто записать, показать, как он с бастом себя ведет. Реально с бастом круче, чем с БВшкой. Да, немного меньше урона, но жизнь для этого героя, скажем так, тоже в приоритете, потому что он хиленький, слабенький. Как видите, базовая жизнь там 120 тысяч, поэтому очень хорошо ему заходит именно баст. Также ему можно поставить рунами вместо ремки, как я раньше говорил, воодушевление. Если, конечно, оно у вас есть, желательно пятое, но можно и четвертое, это при условии, что у вас будет Афина в пачке, которая будет заряжать. Этого вам вполне хватит. В принципе, все. Вот такая вот сборка героя. Постараюсь на следующем видео потестировать уже конкретно с Бастионом и с БВшкой. Показать, какие плюсы, какие минуса у данных героев. Но с Бастом мне, честно говоря, даже больше понравился, чем с Богом войны. Да, тут 90%, там 60%, но тут он намного круче держит урон. Вот как видите, воодушевление. Нам, как обычно, мешает стрелок. Но даже с пятым воодушевлением есть шанс. Что мы сможем один раз хотя бы ультануть. Ну, ангелок хилит 148 тысяч. БВшный бы уже за 30 секунд слился. Этот еще плюс-минус продержался. Под бафами там особо разницы между бастами и богом войны вы не увидите. Там все равно будет зашкварный урон. Вот видите, он пока идет, он там за 3-4 секунды делает набор энергии. То есть воодушевление ему тоже очень хорошо подходит. Ну все, говорим до свидания. Видите, сколько героев его бьют? И он только умер. Даже черепа ушатал. Так вот. Все, вот такой вот был мини-обзорчик. Пишите в комментариях, какие вам еще сборки потестить. У меня, в принципе, уже герои так более-менее докачаны. Буду больше тестировать разные таланты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!